bottles, pop it, bottles. Злой Эдвин. И с вами просто Гор. Ну или да. Гарри и Петр. Да. Или нет. Петр и Гарри. Нет, это нет. Скорее всего Гор и Петр. Да. Да какой тебе Петр, короче. Давай, братан, сделай. Эдвин и Гарри. Помнишь это? Раньше такое кино было, Эдвина не видел. Гарри. Стойте, его Горсон. Нет, такой Гарри. Смотрите, и чтоб твое имя получилось Эд... Эдвин, но сейчас у нас другой прикол. Ну, да. Раньше был такой Гарри. Смотрел кино? Нет? Это типа Кинг-Конга, только олень немножко. Кинг-Конг волосатый. И он ходил и всегда делал Гарри. Человек Гарри. А, нет, я такого не видел. Видел? Нет. Ну и хорошо. Я родился в другом пока. Короче, у нас конфетки Гарри Пётр. Что мы будем делать? Мы их просто так кушать не будем? Но мы будем их с помощью блендера. Да. Делать. Такой типа, этот есть же, как в фильмах, типа. Как будто ты сейчас сделал, как будто бы пописал. А так вот так. Офигеть. Ну-ка. А как они? Поставим вот так. Вот. И будем их перемалывать. Такой шум, пипец вообще. Ну, конфеты живые. Ну-ка. Почти живые. Тихо, аккуратно там, а то этот. Давай. Раз, два, три, Вася. Держите! Держите! Блин, какие-то конфеты пётровские. Еще и ну-ка, открой. Башка взорвалась. Вот так. Вот, ну-ка. О, что? Еще да их даже не раздробило. Фу! Вонище-то какое. Блин. Ну, братан, давай еще раз. Не, давай, просто давай. Давай. Жесть, вообще. Ну, без... Пыть. Смотрите, пыть. Не сражаешься там. Останется обрежь. Короче, я хочу сказать, если они Гарри Петр, подожди. Наверное, пыль идет, потому что он из Гарри Пётра. Да? О, пылище пошло. О, фиг. О, дымоган, да? О, не, вкусно. Хорош? Я угарнул на самом деле. А попробуй. Я хочу, понял. А мне нравится. Ну так ничего. А что получилось? Ну, фигня какая-то, да? Порошок. А, есть же сырку, да? Так, вот порошочек у нас получился. Давай сейчас тогда по ложечке ровно сделаем. Это невозможно будет. По большой ложке, подожди. Держите, а то вы маленькие какие-то ложки взяли. Давай, Эдвин, твою ложку. Держи ее. Ну. Я просто буду в шоке. Так, давай, Гор, твою. Офигеть. Не, держи ровно. Дозу делаем. Сейчас, чтоб... Ему тоже давайте побольше. Побольше, этих. Побольше. Мне поменьше. Это мне. А, я же видеоблогер, как бы мне побольше. Подожди сейчас. Я гейзер. О, тебе. Не-не-не-не-не.
порошочек ему. Порошочек дяде Гору. А это ингредиенты, да? Ингредиенты, да. А ну, как... Они жвачки стали, как будто бы. А тебе побольше. Я не знаю, как мы это жевать будем. Так, ну-ка поближе ложки сделайте. О, жесть. Ой, я не могу пахнуть. Так, давай, знаешь что, Гор, это, что фотография была? Две ложки вот так вот держите, только не просыпь. Не, нормально, держи как обычно. Вот просыпишь, так. А то у нас больше нет других. Нет, и с другой стороны. Ну, Али, давай нормально. Вот так. Так, вот эти две. Рот как будто хочешь это сожрать. Вот так, да. Воняет. Да. А, я тоже. Не-не-не, так не видно будет лица. Вот, теперь давай это. Короче, челлендж в чем заключается? То, что мы должны... Вы должны эту ложку прожевать, жевать, жевать. Кто первого выплюнет, тот проиграл. И самое главное, ложку прожевать, а это должно остаться сухим и невредимым. Да, так вот, вам стаканчики. Так, поближе сядьте, Гор. Поближе сюда смотрите. Поближе, пацаны. У нас батя тут все запуталось. А скажи по-армянски поближе. Гордый, молодый, на стыке чего? Да. Ладно, давай. Так, ну все, давай. 3-4 сразу не выплевываем, хорошенько проживать. Нужны это, как его там? Богатырские силушки. Нет, просто зрителю нужны... Крутые пацаны. Кадры! Да. Кадры! Раз, два, три. Братуха! Всю ложку, показываем ложку. Поближе, сядьте поближе. Ну сюда смотрите. Жуем. Давай, сюда смотрите. Ну-ка, открой. Работа яйца. Ну-ка, у тебя, Гор. Не-не-не, жуем, Гор, жуем. Давай, позырим. Че? Ты съел, Эдвин? Кто выплевывает, тот проиграл. Сюда смотрите, что в бок-то смотрите. Вот что, куда смотреть надо. Зрители хотят видеть ваши... лица, как будто вы кушаете тутти-фрутти. А, знаешь, что челлендж сейчас в чем? Типа вы улыбаетесь и так вкусно мороженое кушаете. Давай. Не, кушайте вкусно мороженое такое. О, еще бы чуть-чуть, еще бы ложечку. Какое вкусное мороженое. Какое вкусное мороженое. Еще бы ложечку. В следующий раз бы на ложечку поменьше. Короче, это все перемешали. Тварку пошло. Я это проглотил. Проглотил? Гора! Кофта! Они вкусные. Я в горну. Это херня какая-то. Они вкусные. Держи салфетку. Не, реально вкусно. Ты на дуре проглотил, что ли? Зачем? Не знаю, это вкусно.
Сейчас вкусно какать будешь цветными какашками вонючими. Ой, вонючее будет все. Тубзики. Я-то думаю, что когда после Эдвина там так сладко пахнет. Он сладкими какашками какает просто. О, как вкусно. Короче, это вообще жесть была конкретно. Какая-то адская гремучая смесь. Тут племянник еще проглотил эту хрень, оказывается. Короче, Эдвин выиграл, получается. Да, пацанчик. Это реально вкусно. Держи крабы. Не знаю, тебя вырвет. Ну, зато... Красавчик племянник. Зато будут разноцветные какашки. Какашки! Да. Это было очень вкусно. Всем пока. С вами лайки Гор. И безумный Эдвин. Ставим подписка, лайки. Пока. И скоро...